Порой бывает сложно найти время, чтобы ускользнуть из оков каждодневной рутины и забот, окутывающих нас плотным коконом. Долгая дорога изматывает, не оставляя сил сполна насладиться окружающими видами. А жуть как хочется посидеть в тишине на берегу реки или какой-нибудь сопки с кружечкой ароматного горячего чая в руках, смакуя вкус чистейшего воздуха. Для таких случаев у меня всегда припасены места, добраться до которых можно в течение часа. И сегодня, несмотря на ненастную погоду, которая с самого утра встретила проливным дождем, я отправился в одно из таких мест. Дождь хлестал с такой силой, что стеклоочистители едва успевали смахивать потоки воды с лобового стекла. Каждая клеточка тела сопротивлялась с момента пробуждения, упрашивая вернуться домой и забраться под теплое одеяло. В такую погоду хороший хозяин собаку из дома не выпустит. Но добравшись до заветного места и укрывшись в березовом лесу, я заметил, что погода сменила свой суровый нрав на более дружелюбный. Сильнейший ветер раздул облака, а воздух наполнился неописуемой свежестью. Без долгих раздумий решаю воспользоваться этим моментом и отправляюсь в ущелье неподалеку, где, извиваясь тонкой змейкой, журчит река с задорным названием «Крутая речка». Как же прекрасен горный воздух после дождя! Он будто пропитан, заряжен какой-то энергией, еще не успевшей рассеяться после громовых раскатов и вспышек ярких, извивающихся молний. Вот он, тот момент, ради которого стоило мне променять теплое одеяло и подъемник по будильнику на хлюпающие по мокрому асфальту ботинки и мокрую от дождя спину. Сейчас это уже стало неважным и несущественным. Глядя на открывающиеся перед тобой виды и просторы, забываешь все то, что заботило еще пару часов назад. Жизнь обретает совершенно иной смысл, который не видно за тем самым плотным коконом рутины и забот. По пути к ущелью частенько останавливаюсь и смотрю под ноги. Часто попадаются вот такие пушистые гусеницы, крепко цепляющиеся за тоненький стебелек, который сами же и поедают. Иногда можно наткнуться вот на такие находки. Это не ветка от дерева, это самая настоящая кость. А как же пройти мимо полянки с луком-слизуном? Оказалось, что в эту пору после дождя этот полезный природный источник витаминов как никогда вкусен и свеж. Хрустит во рту, как молодой огурец, отдавая слегка сладковатым привкусом с чесночным оттенком. Наберу к обеду небольшой пучок этого лакомства. Незаметно хребет изменил уклон. Начался довольно крутой спуск в ущелье, и вскоре далеко внизу показалась река. Интересно, удастся ли к ней подступиться? Пока еще двигаться можно, поэтому резво спускаюсь вниз, даже не задумываясь над тем, сколько времени займет подъем обратно. Спешу успеть вернуться в укрытие до дождя, который может начаться в любую минуту. Вдруг, на тебе, вот эта встреча, а я еще лук беззаботно собирал. Лежит степная гадюка, греется на солнышке неподалеку от своей норки. Чуть было не наступил на нее. Заметил в самый последний момент. Перевожу дыхание. Теперь стало понятно, чьи это норки, так часто попадающиеся под ногами. Дальше двигаюсь уже с опаской. Мало того, что не хочется наступить на едва приметного в траве представителя присмыкающихся, так еще и трава после дождя скользкая, что вкупе с крутым уклоном и резиновыми сапогами, в которые я обут, делает спуск все сложнее и сложнее. Крутизну уклона можно передать, быть может, вот по этому кадру, где я стою вертикально на обрывистом склоне. Но даже и этот кадр не передает всего, что хотелось бы передать. Забегая вперед, скажу, что к реке мне спуститься так и не удалось, хотя, казалось бы, вот она, прямо перед тобой, всего в нескольких сотнях шагов. Увы, не стал я рисковать в этот дождливый день. Вот и думай теперь, почему река называется «Крутая речка». То ли от многочисленных изгибов и поворотов, которые она делает, то ли от крутизны склонов ущелья, в котором она находится. Второй вариант для меня более объясним и похож на правду.
Пока я распивал чаи и рассуждал про название речки, погода начала ухудшаться. Нужно было спешить возвращаться в укрытие. Вот только обратный путь был сопряжен с подъемом. Вдобавок ко всему, никакой тропы здесь не было. Идти приходилось, куда глаза глядят, ориентируясь лишь по возвышенности склона. Ветер усиливался с каждой минутой. На горизонте показались не просто дождевые облака, но грозовые тучи, от которых, считай, ничего хорошего ждать не приходилось. В голове вертелась лишь одна мысль – успеть до дождя, чтобы не промокнуть. Преодолев крутой подъем и забравшись на макушку склона, я невольно остановился. Как же красивы эти облака, хотя и таят в себе скрытую опасность. Как не запечатлеть их на камеру? Пока я выставлял все эти мудреные выдержки, диафрагмы, яркая вспышка молнии озарила небо. Потом еще одна и еще. Раздался гром. Схватив в охапку штатив с камерой, я уже бегом направился в березовый лес, который плотной стеной стоял на пути порывистому ветру. Буквально в последнюю минуту успел заскочить я в машину, как с неба обрушился сначала сильный дождь, следом за которым посыпал град. Не крупный, размером с горошину. Но тарабанил он по железной крыше с такой силой, что казалось, я попал под артиллерийский обстрел. Заметно похолодало и потемнело, что очень часто наблюдается в таких случаях. Я же в это время наслаждался горячим чайком и хорошей порцией калорий, которые нужно было восполнить после этой вылазки. А еще наблюдал, как тонкие струйки дождевой воды затекали внутрь машины. Кроме как с улыбкой, такое положение дел не воспримешь. Неприхотливый прототип военной техники, как-никак. Закончился дождь. Грозовые облака двинулись дальше, пугать людей и портить многочисленные дачные посевы и насаждения. После дождя воздух наполнился неописуемой свежестью. Его можно было просто смаковать, получая от этого огромное наслаждение. Укрыться в лесу от дождя пришли и лошадки. Черные, гнедые, рыжие с белыми пятнами на лбу. Их появление нельзя назвать обычным. Сначала какое-то время слышался хруст веток и тяжелое дыхание, но никого не было видно. Воображение тут же начало рисовать неведомого зверюшку, с которым не хотелось бы мне повстречаться. Затем из кустов постепенно начали появляться виновники этого шума и шороха, из-за которых робко выглядывали молодые жеребята. Приятная встреча. Пришло время познакомить зрителя с моим сегодняшним защитником, березовым леском, укрывшим меня от ненастья. Эти стройные, вытянувшиеся к небу белоствольные березки посажены человеком. Навскидку лет 30-40 назад, а быть может и больше. Часто слышал я рассказы о том, как раньше частенько при школах организовывали мероприятия по посадке саженцев деревьев. Назначали день, заказывали автобус и дружно всем классом отправлялись на природу, совмещать отдых и труд. Результат перед вами. Приятно находиться здесь, прогуляться вглубь леса, в котором сложился свой микроклимат. Даже воздух здесь совсем другой, нежели на открытом пространстве. Одно омрачает – следы присутствия человека, пусть и редкие, но явные. То старая пластиковая бутылка, торчащая из многолетней листвы, то выцветшая алюминиевая банка из-под пива. А эти пеньки и наломанные ветки оставляют вопрос, что это? Санитарная вырубка или заготовка дров для личного пользования? С годами у людей поменялись ценности и отношения к природе. Долго бродил я по лесу, временами находя вот такие окошки, из которых можно полюбоваться соседними хребтами и часто сменяющими друг друга дождевыми тучами. Вверху над головой о чем-то разговаривали деревья, покачивая объемными кронами. Наверное, о чем-то своем. Порой казалось, что порывистый ветер вот-вот сорвет какую-нибудь ветку или же сломает ствол. Но цепко держатся посаженные много лет назад березы за тот кусочек земли, в который когда-то юный школьник посадил новую жизнь. Наверняка даже не представляя, как это место будет выглядеть лет через 30. Thank you.
лагуне подалеку от березовой рощи нашел я совершенно противоположный пример отношения человека к природе. Еще год назад это место было покрыто плотным кустарником и кленом, ничем не отличаясь от живописных видов по соседству. Но кто-то решил установить здесь свои порядки. Расчистил поляну, привез ульи и организовал постановку. Красиво смотрятся разноцветные домики на фоне яркой зелени и вытянутых хребтов. Интересно наблюдать, как трудятся пчелы, собирая вкуснейший целебный нектар. Вот только вокруг постанова картина печальная. Спиленные и поваленные деревья, выкорчеванный кустарник да бытовой мусор, разбросанный то тут, то там. И все это рядом с тем местом, которому 30 лет назад юные школьники подарили жизнь, ровными ленточками насадив молодых саженцев, из которых вырос красивый и стройный березовый лес, защитивший меня сегодня от непогоды. Два эти примера говорят сами за себя. Для одних это мелочь. Подумаешь, кустарник срубили, вырастет новый. Но таких примеров с каждым годом становится все больше, а укромных и нетронутых человеком мест остается все меньше. Порой меня спрашивают, почему в своих фильмах я не показываю, как добраться до тех мест, о которых рассказываю. Мне кажется, ответ очевиден. Все остальное зависит от каждого из нас, и сегодня я убедился в этом в очередной раз.